Друзья, всем привет! Вы, наверное, узнали этот район. Прямо здесь у нас находилась будка, в которой 15 лет жил оралман Ермек Ага вместе со своей семьей и со своими детьми. Что сейчас мы видим сзади? Бульдозер снес это помещение. Почему? Что произошло? Что случилось? В этом видео оставайтесь с нами, это предстоит нам с вами узнать. Благодаря вот вашему как раз подписчику, Канату Джитбысову, мы узнали об этой семье, да, подняли эту проблему. Благодаря вашему каналу. Много людей, желающих, которые хотят приехать, помочь там продуктами, ну, кто чем может, в рамках своих возможностей. Ну давайте сейчас мы, друзья, начнем небольшое обследование этого дома, как бы как он выглядит, да? То есть, в принципе, в округе здесь относительно опрятно. Такого ощущения опустошенности, брошенного дома, недоделанного, недостроенного, такого нет. О, Ермек Ага, саламатсыз. Қалыңыз қалай? Амасыз. Ден саулық. Рахмет. Зор байлық. Зор байлық, рахмет сізге. Алладан қайсы. Жақсы. Рахмет. Қалай, көрсетіңіз? Иә, көрсетіңіз. Жақсы, жақсы. Сіз уже местный? Көрсетіңіз қандай, пәтер қалай? Құттықтаймыз сізді. Рахмет сізге, Алладан. Вот Ермек Ага у нас получается. Теперь улыбка не сходит с его лица, потому что, ну, на самом деле, видно, что человек всю свою жизнь, 15 лет, шел через трудности, через лишения вместе со своей многочисленной семьей к вот этому долгожданному событию. И посмотрите, какой огромный многоэтажный дом. И сейчас вот Ермек Ага является как бы рахмет счастливым обладателем. Неше бөлім бар? Үш бөлме. Үш? О, жақсы. А неше квадрат? Он мен білмеймін, әйелім біледі. А, сіз білмейсіз ба? Иә, мен өзім. Кіріңіздер. Ермек Ага уже совсем другой человек. Я прям с начала самого даже не узнал Ермек Ага. Думал, какой-то другой местный житель этого района идет. Че, какой этаж нам? Синдерге. Ну вот, друзья, мы в гостях у Ермека Ага, сегодня в его большой, просторной, трехкомнатной квартире, которую подарили спонсоры, которые видели видео и откликнулись, узнав о его непростой судьбе. В течение 15 лет он жил в маленькой небольшой будке, и сами понимаете, что жизнь его сегодня кардинальным образом изменилась, озарилась с этим весенним солнцем. Мы считаем, что у каждого казахстанца должна меняться так жизнь. И у тех, у кого есть возможность помогать окружающим, близким, эту возможность необходимо реализовывать. Получается, вот тут. Thank you.
Төмен отырыз, біз енді мына балалар өсіп келе жатыр, айланып келгенде. Атыңыз кім? Ермек. Менің айтарым, енді көмек дегенде мына бала өсіп келе жатыр. Бармаған жерім жоқ. Әне күні екі жылдың пропискі ана АКУ-ке тұрған соң пропискіні екі жылдың апарып, үш жылдық обязательно керек деп шығарып салды ғой мені. Сіз бірақ 15 жыл тұрасыз. Е, 15 жыл тұрам, мына жерде сәлірінсекте ақырана болдым. Содан бұрын бүткеде тұрып келдім, онан осында келдім. Мен квартираға ешкімді алмайды қазір. Квартираға немелейтін ақшам да жоқ. Маған енді мәселе, мына балалар өсіп келе жатыр, үй керек маған. 13-13. Так, Ермек аға тағы қай жерге барамыз? Мынау зал, да? Иә, мынау зал. Қашан видео шыққан күнде кім адамдар звондады ма сіздерге? Көп адам көрдік. Спонсорлардан жаңағы нелер біз солай неден хабардан көрдік сіздерді, қандай сіздерге көмек керек бала шағаларға деп. Кейбір адамдар болды, жаңағы 10-20 мыңнан кеп бергендер, продуктылай келіп бергендер болды. Және звондап хабарласқандар көп болды. Қандай бізге көмек керек, қандай қолдау етесіздер деп жаңағы. Пәтер туралы мына спонсорлар қашан келді? Жұма күні келді. Пока ештеңе айтқан жоқ, просто өздері алып келді мен осы жерге. Сюрприз жасап, жаңағы ешқандай не айтқан жоқ, таңертең келді, балаларды жинап, жаңа машинаға салып, осы жерге алып келіп, кейін барып жаңағы айтты, міне осы үй сіздерге деп. Сол? Бұл сыйлық па или аренда? Жоқ, сыйлық деді. Сыйлық бәрі, документтің бәрін өзіміз оформлять етіп береміз. Сіздердің аттарыңыздан тек қана коммунальный төлейсіздер болды деп. Осы жақын арада полностью жаңағы бүкіл документтерін жасап береміз деді. Сол уәде берген, да? Иә. Жақсы. Сіз білесіз ба, не сіздің будкамен қазір болып жатыр? Ұқсады ғой? Қасында болды. Мен бұзып ана өзім кабельдерді алайын деп маған кетті деп. Мен айттым, ақшама сатып алған нәрсе 60 мыңға. Кеше кабельдерімді бәрін алып. Ол үйді жаңағы неткені осы кісілерді көшіргеннен кейін ертеңінде уже бұза бастады ғой. Сонда сол жердегі жаңағы арт жағында үйлер бар ғой, ықылас дүкені 30 жылда тұратын. Сол жерде адамдар жиналып милицияға хабарласыпты. Милицияға хабарласқан ғой. Кісілерді қайда алып кетті деп бәрі. Қаңыр, ана чалда барып қаңғыт жіберген жоқ білген ғой. Кейін білген ғой жаңағы үйі сыйлық бергенін, солардың кейін тынышталған ғой. Бәрі уайымдап, бұрында келіп жүрген, көмек беріп жүрген адамдар бар. Солар келіп қараған. Как спросить это? Вы не скучаете по? Сағынбайсыздар ма бұрынғы үйлеріңізді? Жоқ, сағыныш сезім жоқ па? Жоқ, сағыну жоқ. Енді рахмет сіздерге де. Алладан қайтсын. Болашақта енді менің енді сіздерге берген үйлеріңізге рахмет. Мына балаларды өсіру керек. Рахмет сізге, Алладан қайтсын. Жұмыстарыңыз жемісті болып. Қуанып жатырмыз. Жанда мектеп бар ма? Бар, бар. Балабақша. Орналастырып береді деді тегін. Екі бала сабақ неге барады? Бір бала 7-ші мектепте оқиды, алдында тұрған неге жақын жерде. Бірақ қазір оны ол бала әзір ол жақта оқығысы келмей жатыр. Кейін осы 1-2 ай қалды ғой оқу бітуге. Осы келесі неден бастап осы жерде бір мектеп бар екен, тура үйдің жанында. Соған орналастырады. Сіздердің пәтер алғандарыңызды естіп қатты қуанып жатырмыз. Сіздан біраз бұрын келіп, жағдайларыңызды көріп қатты қиналып едік. Сол кезде біз айтқанбыз, осы жан жақтан, бизнес саласынан, басқа жақтан көмек сұрап, көмектесу керек деп. Қуаныштымыз, мынандай жақсы пәтерге көшіп, балалардың бәрі қуанып, жүздеріңізден күлкі көрініп, ана жолы қатты қиналып едіңіздер, көзімізге жас алып сол күні. Енді мына үйдің іші тек қана қуанышқа толсын, біз ішінде біраз жиһазын алып келейік деп сондай оймен келіп жатырмыз. На самом деле мы вот очень рады, что люди квартиру получили. Мы до этого рассказывали, в какой ситуации они жили. Теперь нам очень приятно, что мы можем, у нас есть возможность принять участие, обрадовать людей еще больше, изготовить мебель от нашей компании. Мы будем рады. Отлично. А вообще, вот смотрите, вы достаточно много денег тратите из бюджета своего предприятия на благотворительность. В этот экономически непростой период это не обременительно для бюджета вашего малого предприятия? Конечно, это не могу сказать обременительно, но я думаю, что бизнес должен быть социально ориентирован. То есть если каждый бизнесмен помогать не будет тем людям, кому нелегко сейчас, я думаю, что это
не совсем красивый бизнес будет. На сегодняшний день мы работаем очень давно, уже 26 лет в бизнесе. Мне не совсем комфортно, если я кому-то не помогаю. Вам огромное спасибо за доброе спасибо, сердце. Спасибо, Тангер Бельген. Это вам спасибо, потому что вы находите именно тех людей, вы оповещаете. А мы обращаемся к другим людям, у которых тоже есть возможность. В ближайшее время мы будем дарить другой многодетной семье целый дом. Если у вас есть желание, а главное возможность помочь им, кто мебелью, кто светильниками, пишите обязательно в комментариях, либо в личном сообщении. Мы обязательно вместе таким же вот народным асаром придем к ним и сделаем их дом и их жизнь сейчас незабываемыми. Наш вирус добра распространяется по всему Казахстану со скоростью света. Как вы помните, на прошлой неделе наш друг Алтынбек помог семьям Кунсулу и Гульден. Буквально вчера с помощью наших волонтеров он отправил продукты и подарки семье Айди Онербаевой из Кызылорды. Друзья, скоро лето, а это значит, что не за горами самый главный и светлый праздник наших малышей – День защиты детей. И сегодня менің атамекеным запускает акцию «Базарлық». В рамках акции каждый из нас может оказать благотворительную помощь в виде одежды, подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям из малообеспеченных семей. Приглашаем всех присоединиться и поддержать акцию, подарив улыбку, радость и хорошее настроение деткам. Ведь яркие впечатления творят чудеса, а душевное тепло исцеляет. Запишите себе WhatsApp номер и заходите на сайт. Вот это как раз член нашего братства, который постоянно на мероприятиях принимает участие. Окна, в принципе, нормальные. Их можно отрегулировать и утеплить. Они дуют, получается, нужно все прострелить, заново все пропенить и пластик откос поставить. За свой счет будете делать? Ну да, за свой счет. Это не обременительно для бюджета вашего малого предприятия? Ну, будем выкручиваться. Я не скажу, что это прям так легко это все поставить. Ну, руки есть, ноги есть, это сделаем. Проблем нет. Сөз жүрмесімді айтайын. Атам екенім деп келдім. 30 жыл болды Қазақстанға келіп. Бұнда үй алам деп ойлаған жоқ. Қуаныштымын әрқашанда. Қазақстан 2004-те келіп мен айкекем Затбасардан. 5 балалы болдық аранда. Бүткеде отырып содан ана болып неге көштік? Ол жерде қазайына да рахмет. Әйтеу анадан мынадан баладан осы енді айтып көрген сіздерге рахмет. Алла алдыдан қайтып, осы енді барыз, бес баланы өсірім, менің барызым енді. Сіздерге рахмет, Алладан қайтсын, бізді отаныма келіп, біз жаңа үйірім деп ойлағам жоқ мен. Мы поздравляем Ермек Ага, его семью, с тем, что в их жизни появился свой кров, свой шанырак. И хотим, чтобы как можно больше семей в Казахстане обрело подобное. Мы на этом с вами не прощаемся. Подписывайтесь на канал. Меня зовут Танир Берген.